Итак, всем привет, с вами Арсений, магазин Тукэмп и видеообзор столика для лодки ПВХ номер 17. Вот, просили сделать вот такой столик, оставили его на сайте, запустили в серию. Вот, у этого столика, как видите, есть хорошее отделение для аккумулятора или для мелочей различных. Бортик есть на задней стенке, на передней стенке. И есть три полочки, куда можно расположить все что угодно, боксы. Вот они идут без бортиков. Высота здесь получается между полочками 4 сантиметра. Обычно это как раз высота вот таких небольших боксов. Вот. По ширине столик у нас получается 23 сантиметра. Вот. Сверху у нас идет столешница. Вот. Столешница размера у нас получается 26 на 24 сантиметра. Вот с двух сторон у нас площадь свободна для ваших фантазий, куда можно прикрутить подстаканники, держать или для спиннинга дополнительный, кому надо. Вот. Либо оставить его в таком виде, использовать его как столик под эхолот или под всякую мелочевку. Крепится данный столик у нас на лодку при помощи штатного крепления для сидений передвижных, вот, на электрос. Вот, столик прикручивается, оно снизу, вот, по месту. То есть примерили столик, отметили, куда нужно ставить этот ликпас, и прикрутили саморезами. Все идет в комплектации. Столик выполнен у нас из ламинированной фанеры российского производства. Толщина стоек 15 миллиметров, вся остальная фанера у нас и с 9-миллиметровой фанеры. Понравился столик, можете заказывать у нас на сайте. Также у нас на сайте вы можете заказать и вот такие боксы. Ссылочку найдете уже непосредственно в самом товаре. Размеры боксов у нас, сразу на всякий случай скажу, здесь идет 20,5 покрышки на 13,5, и толщина соответственно у него 4 сантиметра. Бокс в комплектации со столиком не идет. Понравилось видео, ставьте лайки, оставляйте комментарии, пожелания. Подписывайтесь на наш канал, следите за новостями. Рекомендую.